Это во сколько тогда на прокси-хату бежать-то? Там минута 40, на минуте надо выехать, значит, с базы. На минуте выезжаю и поставлю вовремя. Ну, 30 секунд условно, все бегут через карту, а там уже от карты зависит. Там как бы и не вспомнишь. Там типа либо заучиваешь. Ну, типа при линкфлоде мы ставим базу на минуте 40 третью. Кстати, вот, блин, у тебя, конечно, смысла нету спрашивать. Мне просто интересно, до сих пор это у меня вот только этот проблемы с пингом на Европе. Просто, ну, не в первый раз вот прям вообще. Или это просто у всех белорусов, как говорится, проблемы с пингом на Европе. Наверное. Поздно выехал. Ну, в целом нормально, кстати, если что, отсюда газ будем добывать. Газ мне решил не дать добывать. Ну, это серьезненько. Что там, фаржа? Надо, кстати, посмотреть, он с этого газа видит продакшн или нет. Типа, теоретически это может быть прикольное вложение. Именно в продакшн. То есть, вот если мы этим газом видим происходящее. Тогда вообще прям круто будет. Так, что там? Флут можно называть открытым. Так, ладно, план Б. Так, кстати, я забыл что-то. Ну вот, как отбиться от линкфлуда. То есть открыться в то, во что, ну, типа, не стоит вообще открываться никогда.
Так. Остановить. Так. Дрончики. Вам сюда. Не знаю, что сейчас будет. Насколько, так сказать, успешна моя операция. Ну, надо выходить в тайминг. Больше, типа, нет опций. Нормально. Поэтому, вот, кстати, насчет того, что он вслепую отбился, я все вот эти билдочки буду делать именно, ну, с платины, начиная, в принципе, активно. Так, ну что, все, поехали. Тайминговый пуш. Не, фаржа бесполезная, здание у Протаса вообще. С плюс один не проще отбиваться на самом деле. Я тут понял, у меня еще грибочки могут помочь. Опа, она. Пангмури, пучок хамнида. Пьяни, валью. Пангмури, течурин, пульгани хамнида. Так, а грелки ж, ну, бесполезные против гидры, да? Ну, в принципе, да, как я и говорил. Зерги, зерги! Они такие. Ну, надо к ЗЕРК ТВ отправить немножко уроков, пару взять.